Звездный десант высадится на Камчатке в честь 280-летия краевой столицы. Масштабные гуляния пройдут в центре Петропавловска 11 и 12 сентября. Об этом сообщил глава города Константин Брызгин в ходе встречи с журналистами. Мы уже практически вплотную подошли к дате 11 и 12 сентября, когда мы планируем провести достаточно масштабное празднование 280-летия нашего города. О чем хотели прежде всего сказать, то что на штабе, связанном с борьбой по коронавирусу, было принято решение о том, что на праздничные мероприятия, посвященные 280-летию города, режим ограничений будет, конечно, распространяться, но тем не менее массовые мероприятия нам разрешено провести. Это очень радостное событие, поэтому все запланированные, вот сегодня моя коллега Наталья Юрьевна расскажет, какие именно мероприятия состоятся. В честь праздника на Камчатку приедет настоящий звездный десант, в состав которого войдут DJ Smash, Балаган Limited, Лейбл Рава, Джонни, Андро и Элман, Юлия Савичева и Раса. Они порадуют камчатцев своими самыми известными композициями. Петропавловск-Камчатск, всем привет, с вами группа Раса. Друзья, мы поздравляем вас с Днем города 12 сентября. Мы ждем всех на нашем концерте, оторвемся по полной, попоем наши хиты. Привет, друзья, я DJ Smash и... 12 сентября я лечу к вам в Петропавловск-Камчатский для того, чтобы вы вместе отметили юбилей вашего города. Я буду играть для вас, буду играть самые веселые, самые лучшие и любимые вами треки и ремиксы. Скоро увидимся, до встречи, друзья! Константин Брызгин отметил, что по предложению главы региона Владимира Солодова география празднования была значительно расширена. К 280-летию Петропавловска присоединятся также Елизово, Вилючинск и Мильково. При этом при поддержке краевого правительства и лично Владимира Викторовича Солодова нам удалось расширить географию мероприятий и мы посчитали, что будет правильным, чтобы не только жители Петропавловска и гости столицы поучаствовали в этом празднике, поэтому концерты, праздничные концерты пройдут также у наших самых ближайших соседей в Вилючинске, Елизово и в Мильково. Это будет происходить 11 сентября. Более подробно о праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 280-летия краевой столицы, в беседе с журналистами рассказала руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики Наталья Слепова. 11 числа в Петропавловске-Камчатском он начнется с массового флешмоба. Мы приглашаем всех в нем поучаствовать. В первую очередь, конечно, 11 числа мы делаем программу больше для молодежи, так как не было у них последних звонков, не было Дня молодежи, мы решили, как бы, что это будет для них замечательный подарок. Ну и, конечно, поучаствовать в флешмобе. Что такое флешмоб? Мы решили построить буквы Петропавловск-Камчатский. В каждой букве практически по 20 человек. В руках у нашей молодежи, там, ну и кто захочет вот поучаствовать в этом флешмобе, будут фонарики. Мы светим наверх, квадрокоптер нас снимает, и у нас получается такое яркое, красивое название нашего города – Петропавловск-Камчатский. После этого всех приглашаем на концерт приезжей звезды. На протяжении всего дня праздничные гуляния будут проходить и 12 сентября. Для детей и взрослых в парке на Никольской сопке начнет работу фотозона в честь героической обороны порта Петропавловска от англо-французской эскадры. Уличные музыканты и аниматоры добавят позитивных эмоций всем гостям праздника. Свадебный бум и парусная регата, выставка раритетных автомобилей, Камчатский Арбат, фестиваль ухи и молодежный вальс. Это и многое другое будет ждать камчатцев 12 сентября. А завершится праздник выступлением звездных гостей и фейерверком.